Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Сергеевна. А вы кто? Меня зовут Александр Игоревич, департамент судебного взыскания, компания «Кредит Инкассорус». Вообще вам что, разговор записывается? Ну, у меня тоже записывается. Хорошо. Евгения Сергеевна, скажите, вам в мае говорили об акции, которая действует у нас в организации? Вы фамилию сначала свою назовите. Мареевичев моя фамилия. Отлично. Дальше. Евгения Сергеевна, скажите, вам говорили о данной акции, которая действует у нас в мае? Не знаю, не помню. Хорошо. Евгения Сергеевна, у меня есть возможность продлить вам срок действия данной акции. Напомню, вам было предложено 3 варианта акции для погашения долга со скидкой. Угу. То есть по первому варианту вам списывают 64 880 рублей 10 копеек. К оплате у вас всего лишь 64 880 рублей 10 копеек. По второму варианту вам будет оплачивать кредит по 6055 рублей 50 копеек в месяц на 15 месяцев. При этом вам прощают 38 928 рублей. По третьему варианту нужно будет погашать всего по 2883 рубля 50 копеек в месяц на протяжении 36 месяцев. При этом вам спишут 25 952 рубля. Ничего. Вам какой из этих вариантов подходит? Да никак. Почему? Да кто вообще такие, чтобы я перед вами отчитывалась, что-либо делала, о чем-то либо разговаривала? Ну хорошо, Евгения Сергеевна, ранее вас имела с кредитной карты в Восточном экспресс-банке. Угу. Понимаете? Вам говорили, что произошла переуступка. И что? Банк меня об этом не уведомил. Банк не уведомил? Нет, не уведомил. Хорошо, давайте мы вас уведомим. Или вы обратитесь в банк? Да нет, мне не надо. Да, я не буду обращаться. Да, это не мои. Почему вы не будете? Да потому что это не в моих интересах. Это в интересах банка. А это, они это они обязаны. Это они обязаны меня уведомлять, а не я должна ходить и просить что-либо. Ну мы предупреждаете, мы вас уведомим. Вам придет уведомление письменное. Ну и что? Да хоть обсылайтесь этими письмами, дальше что? Что, вас его... Хорошо, вы тут взяли денежные средства и не хотите их возвращать? Да, то есть вы на законах не прислали. А что вас тут так волнует? Вам завидно, что я деньги взяла у банка и не возвращаю? Да, а зачем мне завидно? Чему тут завидовать? Сами средства вам можно только посочувствовать. Посочувствуй, посочувствуй. Возьми да заплати, и будет твое сочувствие. А при чем здесь? Вы что, не хотите держите нервничать? А что вы так заикаетесь? У вас там что, нервы пошли не в порядке? Валерьяночки, попейте. А при чем здесь нервы? И что вы смеетесь? Так вы молодой человек, вы меня даже не идентифицировали, вообще с кем разговариваете? Вы сейчас третьему лицу рассказали вообще кредитные отношения чужие с банком. Хорошо, а вы представились Евгении Сергеевной? Да зачем я должна? Я представилась? А вы я не представилась. А я сказала, вы Спиридонова Евгения Сергеевна? Я вам ничего не ответила. А я на этот вопрос вам ничего не ответила, молодой человек. Вы даже не удостоверились. Я вам сказала, Евгения Сергеевна, вы говорите, да. Нет, вы я так не сказала, я спросила, вы кто? Вы мне начали говорить свою билиберду, начали о чем-то там разговаривать. Нет, баранки, нет, что еще дальше? Я вам говорю, Спиридонова Евгения Сергеевна, вы говорите да. Ну, вы представились, вы начали мне уже... Я ничего не представилась. Вы начали вводить меня в заблуждение, для чего вы это сделали, с какой целью? Да чтоб тебя звездой Ютуба сделать, господи. Дурак у вас плохого заблуждение? Вы ввели меня в заблуждение? Да что? Для чего вы это сделали? Ой, да еще к совести меня призови. Запомни, родное сердце, совести у меня нету, оно у меня закончилось. И с вами лохами, идиотами, я даже разговаривать не хочу и не желаю. Хорошо, ранее вам были отправлены документы, вы их получали. И что дальше? Для чего вы... Да чтоб жопу подтереть ими. Хорошо, печку расцепить. Хорошо, вы то есть взяли вот, денежные средства, значит, а давайте... Вот слушай, ты меня сначала послушай, а потом будешь заикаться и говорить. Всего доброго. Да пока, иди в жопу.